Максим Галкин не так давно объявил о начале своего именного розыгрыша в сети. Так называемый GIF от Англ. GIF-эвэй, отдавать, с первого дня стал очень популярен. Призы ведущий Первого канала обещал разыграть ценные и лично поручился, что все будет честно. Несмотря на все это, аккаунт розыгрыша социальная сеть Instagram блокировала уже целых 5 раз. Вообще-то подобные развлечения в сети запрещены, поэтому жаловаться некому. Дорогие участники моего конкурса. К сожалению, Instagram удалил видео и также блокирует конкурсные аккаунты. Но как и обещал, я доведу до конца конкурс. 6.04 всем участникам будут присвоены номера, либо вы можете получить сами, пройдя по ссылке в шапке моего аккаунта. Продолжает агитировать своих подписчиков Галкин. Фанаты недоумевают, неужели работа на Первом канале, ведение частных мероприятий, собственные концерты не дают Галкину достаточного дохода? Неужели мало? Удивляются они. Однако, на GIF от Галкина все же подписались. Максим действительно вызывает доверие у подписчиков. Свою страницу он ведет сам, без помощи администраторов. И от него не приходится ждать обмана, как от некоторых других звезд, которые уже попадали в неприятные ситуации. Смысл GIF-ов такой: популярный блогер собирает энное количество спонсоров, которым за гонорар обещает немалый прирост аудитории. Даже обычный блогер с несколькими сотнями тысяч подписчиков на таком гиве может заработать до 5 миллионов рублей. Звездные гивы стоят гораздо дороже. Стоит только догадываться, сколько, например, за такие акции получают Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие знаменитости из списка самых богатых звезд шоу-бизнеса и спорта по версии журнала Forbes. Но с ними понятно, они зарабатывают в сети немало рекламными контрактами.